руководитель Главного управления образования Татьяна Ситтикова покинула свой пост. В мэрии сообщили, что она написала заявление об увольнении по собственному желанию. Временно исполнять обязанности руководителя будет заместитель Татьяны Ситтиковой Ольга Харламова. Слухи об увольнении чиновницы появились еще на прошлой неделе, но в мэрии информацию не подтвердили, сообщив, что руководитель управления образования находится в отпуске. Напомню, 52-летняя Татьяна Ситтикова по образованию учитель русского языка и литературы. Сначала работала по специальности, потом ушла в чиновники. Руководителем управления она стала в сентябре 2016 года. Это уже второе увольнение руководителей подразделений Красноярской мэрии за неделю. 28 июля свой пост также по собственному желанию покинула Оксана Урбанович. Она отвечала за работу департамента социального развития города.